В этой бухте мы хотим еще посмотреть одно городище. Сейчас мы с вами гуляем по настоящему античному городу. Вы просто посмотрите, знаете, что это? Здесь буквально пару улиц, и все. Все выглядит так, как будто сюда цивилизация вообще не пришла. Ну, ничего, крымчане, скоро москвичи выкупят у вас здесь все дома, участки, настроят гостиниц, и придет цивилизация. Все, мы с этим местом прощаемся. Сейчас собираем вещи свои и поедем в новое место. Ночевка у нас будет уже в другом месте сегодня. В этой бухте мы хотим еще посмотреть одно городище интересное. Это археологические раскопки. Называется оно Золотое Восточное. Это не единственное городище здесь. Вообще на территории заповедника их очень много. Мне, как историку, это вообще крайне интересно, потому что я была на большом количестве городищ, раскопок. Здешний город стоял вот с такими прекрасными видами на Азовское море, на бухту, на самом краю. Вы, наверное, зададите вопрос, а почему многие городища такие строили в каких-то труднодоступных местах? На краю обрыва, что с одной стороны не подойти. А делалось-то это по одной причине, чтобы обезопасить город. Если бы город располагался в доступном месте, то, естественно, он бы был доступным не только жителям города, но и врагам. Поэтому строили такие города на краю всяких скал, на вершинах гор. Здесь еще хорошо, что, скорее всего, в древности бежала река, и местные жители, конечно же, могли пользоваться таким источником именно пресной воды. И посмотрите, сколько здесь черепков. Все это перебранное археологами. Вот они, ручки от сосудов. Вот они. Все, что вы видите, это уже не представляет ценности для археологов. Это перебранный материал, из которого никаких горшков, соответственно, восстановить нельзя. Все ценное археологи забирают с собой и потом уже восстанавливают. Но все равно интересно, так вот можно порыться. Причем очень хорошего качества эта керамика. Это говорит о том, что здешние сосуды, посуда, она была, скорее всего, сделана даже в античное время, потому что чем ближе к средневековью, тем качество вот этих сосудов было все хуже и хуже. Разные примеси в глину намешивали. И вот тут остались части именно домовладений. Сейчас мы с вами гуляем по настоящему античному городу. Конечно, если вы никогда не были связаны с археологией, вы не поймете, что это за камни. Это даже вообще на дома не похоже. Где ты здесь видишь, Ксюша, дома? На самом деле, это остатки от домовладений. И, скорее всего, все, что вот это вы видите, это даже, наверное, подвалы. Потому что, когда города переставали существовать, там, в результате набегов каких-то кочевников, да, все эти города сжигались, разграблялись, и город полыхал, и что оставалось? Ну, подвалы оставались, потому что все эти стены, все это обрушалось, валилось. И еще очень интересное, что я увидела, что закрыли деревянной такой дощечкой, чтобы люди не провалились. Вот наверняка вы даже не догадаетесь, что это такое. О, какой там глубина, что-то, ёлки-палки.
Вы просто посмотрите, знаете, что это? Это мусорная яма. Туда скидывали остатки еды, сломанную посуду. И вот такие ямы очень ценны для археологов, потому что они могут посмотреть, чем жило население, что оно употребляло в пищу, кости животных, рыб. И из этого складывается рацион питания. Вот так вот. Не могла не взять с раскопок два сувенира. Уж очень интересная ручка от сосуда. Вот эта вот, которая справа. А эту отмою. Может, тоже что-нибудь интересное будет. Выехали мы из заповедника, сейчас мы вернулись в Золотое. И смотрите, мы остановились, а тут гуси щипят травку. Я боюсь к ним близко подходить. Здесь еще козочки пасутся. Мы остановились, чтобы зайти вот в магазин. Вот такой вот магазинчик в селе. Магазинчик. Сейчас купим, что надо, и поедем дальше. Смотри, что надо тебе. Посмотрю. Хлебушка у нас так-то все есть с собой. Я просто пока покажу цены, какие есть. Интересно ж. Персики по 120 рублей. У нас персики по 70 рублей. Ну, понятно. Тут еще за доставку считается. Можно я пройду? Здесь покажу, какие цены есть. Какой-то сыр интересный. Называется Айда сыр крымчанин. Сделан в Крыму. Ну, если вам интересно, колбасные изделия тоже по цене. Здесь еще всякая вкусненькая рыбка. Но цены, да. Для любителей солененького. Еще у нас папа заказал минералку. Это у нас негазированная. Газированная. Святой источник 55 за 1,5. Ну, мы папе тогда купим минералку. И все. Угу. Может быть, крымскую ему? Вот, крымскую. Вот такую. С логотипом Симферопольского аэропорта. Это тоже крымское все. Местное. Не, мы не будем. Минералку только тебе купим. Все, отправила папу за место себя в магазин. А я буду сидеть с собачками. Чего любопытное? Сейчас сижу, жду. Уже вечереет. Мы пока выехали. Уже вечер. Сейчас скажу, сколько времени. Около 6 часов уже. Так что пока приедем на место, там уже темно будет. Но сегодня не такой пасмурный день. Сегодня он солнечный, облаков почти нет. Так что, скорее всего, световой день даже будет гораздо дольше. Ну, я смотрю, магазин очень пользуется спросом. Вот это он на дороге в Золотом. И все заезжают, покупают. Не знаю, как насчет цен. Вы напишите в комментариях, высокие цены здесь или невысокие. Так что вот.
дороге заметили надпись «Камень Сакский». Интересно, чем он отличается от любого другого камня или от керченского камня? Тоже такая вот аутентичная остановочка, старенькая. Да, мы едем. Дорога, и смотрите, магазин остановился. Родители зашли вот в такой магазинчик в Нижнезаморском. Как вам? Такой интересный, обклеен весь какими-то рекламными плакатами. Знаете, как из 90-х, вот так вот выглядит. Как я поняла, Нижнезаморское — это какое-то супер маленькое село, гораздо меньше даже, чем предыдущий поселок, курорты Новотрадные. Здесь буквально пару улиц, и все. А дальше уже вдоль бухты, ну тоже, наверное, есть какие-то села, но я не знаю, доедем мы до них сегодня или нет, потому что, собственно, темнеет, нужно найти место для лагеря, нужно найти, куда поставить палатку, соответственно. Поэтому мы вряд ли куда-то далеко уедем. Вообще было в планах доехать до Щелкино, город такой. Но, я думаю, не сегодня. Ну, интересное, конечно, село. Такое маленькое крымское село. Я, кстати, не сказала, почему мы заехали в другой магазин, потому что в том магазине, в Золотом, мы не нашли то, что мы хотели. Поэтому родители говорят, ладно, поехали в другой магазин, заехали. И вот, поэтому мы сюда и приехали. С хлебом, с минералкой. Цены, конечно, здесь. Цены, да? Небольшие. Курортные цены. Минералка, не помню, почем. Жемчужина, ну, цены, Крыма. Цены вот. А, здесь общая цена. Угу. Ирине она говорила, она знает цену. Угу. Лепешку купи. Угу. Булку черного, минералку. За ваши 85 рублей. Ну, 85 да. рублей! Представляешь? Ну, ладно, что. Ну, ты сказал, это, что это? Цены, да. Папа сказал, нет, что какие-то дикие. Так скажи, что это 85 рублей лаваш. Ну. Так что говорить, он уже видео записывается, можешь рассказать зрителям, ну, что вот там. Мы сейчас зашли купить хлеб, и вот купили такой лаваш, он стоит 85 рублей, черный хлеб 40 рублей, и минералка 50, да, 5? 55, ну, просто как бы, все равно это тоже интересно, какие цены. Угу. Недешево. Угу. Все дорого очень. Ой, холодненькая хорошая. Будете? Не, я не люблю минералку. Ну, люди заходят в магазинчик. А куда деваться? Здесь написано, что здесь продается продукция АО «Крым Хлеб», значит, местный хлеб. Ну, там был местный хлеб, но мы решили вот такую лепешечку взять. Ну, лепешка тоже местная. Ну, лепешка тоже местная. Попробуй. Тоже местная. Нет, я не холодненько. Хочу. Нет, не хочу. Ладно, едем дальше. Ничего себе, ноги какие перевязали. Ну, чтоб не, ноги? Чтобы не убегала. Ну как так? А как она будет ходить-то? Ой, бедняжка. Ну что ж, издеваются так. А что нам, куда, Ксюш? Так уж лучше бы перевязали бы ее. Нам куда-то вот, наверное, туда. А там что такое? Ну, дорога идет. Там, по-моему, написано было тупик. А там тупик, да, ворота. Нам надо вот в поселок. Ей такая жара ходит, она еще привязана, ноги перевязали ей. Какой-то завод или что тут было? Что-то есть на в этих солнечных батареях. Какие-то местные жители.
написано было на карте магазин, и он закрыт, вот, как и есть. Здесь даже дорог нету. Кого? Дорог нету, асфальта нет. А это сейчас мы куда едем? Мы едем к месту нашего ночевки. Значит, здесь тоже есть всякие кафе, рестораны. Че мы? Проедем здесь? Да, едем. Это где? Вот магазин, слева. Я даже не заметила. Что, хорошо, хоть магазины появились. Ну и налево, да. У меня только папа так спрашивает, как будто я здесь магазин была. Я так же, как и вы, не знаю. Мам, вот туда вот. И там была дорога-то. Угу. Походу, вот это к морю все идет. Это к морю, ну. Но я, конечно, тоже в большом шоке от вот таких вот маленьких сел, потому что все выглядит так, как будто сюда цивилизация вообще не пришла. Ну, ничего, крымчане, скоро москвичи выкупят у вас здесь все дома, участки, настроят гостиниц, и придет цивилизация. Мы выехали на дорогу, которая называется Песчаный Грейтер Зеленый Яр. Здесь, оказывается, не только лес, здесь еще и лагерь находится. Здесь такие широкие пустые пляжи. Никого нет. Ждите. То, что здесь даже я не рекомендую купаться. В данный момент.